6 января у православных христиан сочельник одного из главных праздников – Рождества Христова. Верующие собираются дома целыми семьями за праздничными столами, радуются рождению Спасителя и ходят в церковь. Звезда зашла в Вифлеемское. Всему миру оповестили о пришествии Христа, нашего Спасителя. Несмотря на то, что Иисус Христос родился в южной стране, для жителей средней полосы сочельник традиционно ассоциируется с морозами и снежными сугробами. В этом году все соответствовало представлению о сказочной ночи перед Рождеством. Георгиевский храм был переполнен, но люди все равно продолжали идти, чтобы поклониться Богомладенцу и помолиться. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин и притча церковный, Богом хранимую и великую страну нашу российскую, власти и воинство ея, благотворителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, да поминет Господь Бог во Царствии Своем. Это как бы обновление. Мы всегда выросли так вот в христианской семье. Стараемся придерживаться праздников. Особенно радостным сочельник стал для тех верующих, которые придерживались 40-дневного поста. Учитывая, что Новый год вся страна отмечала во время последних дней поста, это поистине героические люди. Как православные христиане наши предки, в общем-то, отмечали, так надо, следует и нам, наверное. Отмечать Новый год не 31 числа, как по старому стилю 13 января. 13 или 14. Так будет, наверное, правильней. Служба продолжилась до поздней ночи, а после верующие разошлись по домам, чтобы в кругу семьи отметить рождение Христа. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.